Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажи запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим заднюю камеру на iPhone 5S. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Теперь необходимо отсоединить дисплейный модуль от корпуса. Для этого берем металлическую лопатку и отщелкиваем корпус. Отщелкнули. Отсоединяем кнопку Home. Будьте аккуратны, не порвите кнопку Home. Нужно чуть-чуть приподнять экран. Теперь откручиваем винтики металлической защиты. Тут 4 винтика. Откручиваем. Если у вас на вашем аппарате не работает камера, либо она не фокусируется, в большинстве случаев поможет замена камеры, но не во всех случаях. Убираем металлическую пластину, отщелкиваем 3 шлейфа, отщелкнули, отщелкиваем камеру и вынимаем ее, вынули, берем новую камеру. Устанавливаем ее в корпус и защелкиваем разъем. Теперь необходимо подсоединить дисплейный модуль в корпус. Для этого защелкиваем 3 шлейфа и устанавливаем металлическую пластину, прикрутив ее на 4 винтика. Прикручиваем. Прикрутили. Теперь необходимо подсоединить кнопку Home. Делаем это аккуратно, не порвав ее. Она довольно-таки нежная. Теперь защелкиваем дисплейный модуль. Закручиваем два нижних винтика и все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.